Mr. Sensov here with us. We are glad to be the host of this event. Our duty is it as members of parliament to give support and to give space for the civil society. We have a person who actually used to be political prisoners able to be released and their rights can be restored. Олег Сенцов, a former political prisoner, basically his story was used, as many other Ukrainians, to boost military propaganda of Russian Federation. Thank you for taking time. Thank you for taking time for us. Es ist schön, dass Sie sich Zeit nehmen für dieses Gespräch, aber es ist noch schöner, dass Sie das können. Я не строю этих планов. У меня есть цели, я к ним иду. Одна из них – это свобода и независимость моей страны. В широком смысле этого слова. Более конкретным – это освобождение наших пленных, которые находятся в российских тюрьмах и на Донбассе. Кроме того, я собираюсь возвращаться в кино. Außerdem habe ich am vor mal wieder свои фильмы. Это вот общественная работа, которой сейчас занимаюсь. Я уже не могу из нее уйти, как бы, потому что жизнь меня сюда вынесла, как бы я не могу как бы с этого места уже отступить. Потому что как бы, чувствую моральную как бы, ответственность свою, потому что за меня много говорили, как бы меня вытащили, значит, я обязан и должен помочь другим.